народа есть свой поезд. Поезд, который мчится через года, через столетия, в поисках своей истории, своей судьбы. Есть такой поезд и у еврейского народа. И мелькают в окошках поезда города и села, улицы и местечки. Бим-бом, пыль столбом, это наши дети, и летит все вверх дном, лучше нет на свете. Дружно, Борис Небезона! Большую стирку, и плещется вода, и мыльная пена через край. Кипит вода, и жизнь кипит. Ура, 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 ура. Ай-яй, бери-бери-бери-бо. Ай-яй, бери-бери-бери-бо. Бери-б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 о. Ай-яй, ай-яй, бери-бери-бери-бери-бо. Ай-яй, бери-бери-бери-бери-бо. Бери-б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 ери
Hold on.
А здесь готовится к большому празднику. И женщины достали свои самые лучшие наряды, которые слегка попахивают нафталином, и приготовили самые вкусные блюда. Тут и курочка, и гефилте фиш, и прекрасный лейкер по бабушкиному рецепту. И плывут ароматы по всем улочкам городка.
и, конечно же, юмора. Потому что, ну как евреи без юмора? Никак. И сама наша жизнь едет в этом поезде.